Что с тобой? Ничего. Все будто на суде. Это что значит? Вот что значит. Ты из-за того, что речь не прошла? А, поэтому. Да. Понятно тебе. Ну и пусть красавица. Каждый раз ведь не будет так, как ты хочешь. В следующий раз исправишь. А хочешь со мной на выходных поехать на ферму? Там есть малыш-теленок, я приняла его роды и его погладила. Ты приняла роды? Да. Очень сладкий. Ты не смотри, что я... Он такой малыш, он на самом деле очень умный. Сестра Джанна, а как рождаются дети? То есть, как я родилась? Этот малыш-теленок как родился? Ну, это пусть тебе папа объяснит. Ну, то есть, женщина, мужчина, взрослые только, взрослые. Так вот, вместе держатся за ручки. В общем, милая, узнаешь, когда вырастешь. А если я не смогу вырасти? Ну это что значит? Это только начало. Ты уже с испытаний плохое берешь. Стоит ли из-за этого так драматизировать? Ой, Кью. Все, пойдем, ладно. Что случилось? Нет, нет, ничего. Давайте, пойдем. Давайте. Извините. Не извините. Госпожа Джандан, я сейчас вспомнил, что у меня срочные дела. Я их решу, вы идите. Я скоро приду. Хорошо, милая, отдайте под ответственность сестрице Джандан. Хорошо, давай увидимся. Увидимся. Пройдет. Успокойся, Ольга. Успокойся. Стой, девочка, подожди. Я утром принесла, а себе кофе сделала. Хотите? Нет, спасибо, не нужно. Я выпью воды и пойду спать. Доброй ночи. Доброй ночи. Ойко, я могу войти? Да, сестра Джанан, заходи. Я принесла тебе молоко. Ты в порядке? В порядке? В порядке, сестра Джанан. Ты что, заболела? У тебя лицо побледнело. И вспотела? Давай проверим температуру. Нет, я просто устала ночью.
Посплю и ради. Хорошо. Но ты так себя не нагружаешь школой и учебой. Ты ведь умная девочка, у тебя все получится. Давай. Давай, поспи, ты сегодня много занималась. Доброй ночи. Доброй ночи. И не копы. Везмичляр. Фалич. Шишаны. Таксим. Османбей. Шишли. Гайрет ТП. Ревент. Четвертый ревент. Санай. Иду. Ататюрк Санай. Дарим Шафак. Хаджи Осман. Что такое? В тебе произошло обновление? В эту версию добавили кнопку молчания. Аллах, Аллах, будут нести на нашу голову. Тогда до встречи. Привет, Тойка. Как дела? И... Хорошо. Идем же. Меджан, я сегодня не пойду. Почему? Я не хочу. Учительница будет очень злиться. Я не пойду, Меджан. Сейчас все будут смеяться надо мной. Ой, ты куда ты идешь? Ой, ты иди же сюда. Я не пойду, Мерджан. Как дела? Ты кто такой? Я друг твоего папы. Я могу присесть? Друг папы? Да. Друг детства твоего папы. Стой, стой, ты куда идешь? Иди сюда, идем. Иди сюда. Если я попрошу передать тебя кое-что папе, ты передашь? Сам скажи. Разве ты не его друг? Сам расскажи. Мы бывшие друзья. То есть, в прошлом мы были друзьями. Наша дружба закончилась. Поэтому ты расскажешь отцу то, что я скажу тебе. Скажи своему папе. Я заберу у него все. Все, что он должен мне.
Почему ты так рано со школы пришла? Отменили урок. Аллах, Аллах. А что случилось? Посмотри на меня, ты не сбежала со школы? Снова. А что, если сбежал? Будешь как я. Хочешь быть такой, как я? Госпожа Джандан, что случилось? Стойте, стойте, осторожно. Скажем, стойте, медленнее. Все, взял, хорошо, хорошо. Огромное спасибо. Не за что, сестра, выздоравливай. Спасибо, как это произошло? У молнии снова случился приступ. Молния? Вот так. Недавно сестра Джандан занималась лечением лошади. Так вот это молния. Вот так. Так, нормально? Да, спасибо, нормально. Удобно. Врач посмотрел? Да, посмотрел. Небольшие повреждения мягких тканей. На кухне есть обезболивающее. Если я выпью две таблетки, мне станет лучше. Конечно, сейчас же. А сестра Джандан? Слушаю. Почему молния это сделал? Разве он не твой друг? Разве он тебя не любит? Любит. Ну, иногда человек, того не желая, может навредить тому, кого любит. Вот так, принес. Спасибо. Поскорее выздоравливайте. Пройдет. Блин, что это? Я сгорел. Ты не умеешь готовить? Не умею, да. Возьми спички. Что мне сделать? Мы все будем добавлять. Куда его? Смотри. А вот так, возьми спички в зубы, чтобы не попало. Держи. Что давай, держи, делаешь? Держи. Если положить спичку в рот, глаза не будут слезиться. Что ты несешь? Что ты делаешь вообще? Смотри, немного меньшими кусочками режь. Сейчас как начну. Режу, хватит. Ну, нормально режь. Вот так, вот так, вот так. Давай сюда эти спички, давай. Теперь они не помогут. Сестра Джандан, смотри, мы принесли тебе суп. Ай, суп. Подушка, подушка. А вот так. Спасибо. Девочка, нет, нет, нет. Ночка, подожди. Есть колбаса? Я сейчас приду. Сестра Джандан, мы вместе с папой приготовили. Тебе понравилось, сестра Джандан? Очень вкусно. Здоровья вашим рукам. Положи сюда, дочка. И это, и это. Что такое у вас болит, госпожа? Ладно, я помогу. Я помогу, вы. Будьте осторожны. Доченька, убери здесь. Я уберу. Лучше не вставайте на ногу. Пришли. Я открою. Ладно, спасибо. Теперь я справлюсь сама. Ладно, спокойно идите. То есть я подожду здесь, чтобы отвезти вас обратно. Хорошо.
Что ты несешь? Что ты несешь? А 8 умножить на 7 будет 56. А 8 умножить на 8? 64. А 8 умножить на 9? А 8 умножить на 9? 64, 65. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. А 8 умножить на 10? Что ты делаешь? Домашнее задание? Ага. Тебе помочь, пока не ложусь спать? Нет, сестра, жандарма, я справлюсь сама. Ладно, как пожелаешь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Восемь умножить на 10 выходит 80, 8 на 10, 80. Итак? Господин Демир, господин Демир, правда, хватит, это слишком трудно. Мы уже закончили, решили помочь вам. Приготовили что-нибудь, как смогли. Держи за меня, сестра Джандан. Не наступайте на ногу. Здоровье вашим рукам, очень красиво выглядит. Вот так? Сестра Джандан, крепко держись, а я посмотрю. Доброе утро, малышка. Доброе утро. Мурат? Джандан, что случилось? Что за вид такой? Нет, ничего серьезного. Что значит неважно? Ты сделала снимок рентген? В какую больницу ездили? Почему вы не заботитесь о ней? Мы заботимся, вы не видите? Мурат, они заботятся. Правда, нет ничего серьезного. Вот это просто повреждение. У тебя был несчастный случай, а ты даже не сообщила. Что значит ничего серьезного? Мурат, правда, нет ничего серьезного. Если бы было так, я поняла бы. Джандан, прошу, не говори глупости. Сестра Джандан, думаю, ты лучше поезжай, пусть врачи осмотрят тебя. Послушай, малышка, давай поедем в мою больницу и посмотрим, если ничего страшного, то успокоимся. Ладно, хорошо. А ты почему пришел так? Мы же хотели пойти к моему другу для купли-продажи этого дома. Да, я совсем забыла об этом. Ты бы написал мне сообщение. Не отправил, Джандан, отправил. Что же, наверное, ты не увидела. Неважно, давай. Пошли, давай, пойдем, покажем ногу. Пошли. Вы бы что-нибудь поели сначала. Я вам позвоню. Не переживайте, я наилучшим образом позабочусь о Джандан. Нет сомнений. Этот человек влюблен в сестру Джандан? Да. Он мне не понравился. Удивительно. У нас полностью одинаковые мнения. Ты ничего и не поела. Стол таки остался накрытым. Тоже не ел. У меня аппетит пропал. У меня тоже пропал. Стой. Возьми. Если проголодаешься, купишь тост. А еще молока. Тогда до встречи. Шестью девять, 54, 6, 10, 60. Молодец, спасибо, давай садись на свое место. Учительница, прошу прощения, я сильно опоздала. Пусть ничего страшного, давай. Ты посчитай нам умножение на 7. Хорошо. Ты сможешь вспомнить?
Мы слушаем Мойку. Семью 1, 7. Семью 2, 14. Семью 3, 21. Семью 4, 28. Семью 5, 35. Семью 6, 42. Семью 7, 49. Семью 8, 56. Семью 9, 63. Семью 10, 70. Молодец, дорогая Ойки. Давай. Садись на свое место. Ты просто супер. Я ведь правда хороша была? Ничего, я не болею, я полностью в порядке. Ты всегда супер. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.